Привет, меня зовут Кристина Скарченко, это мой отзыв о работе с Максимом Чечуевым. Максим, я хотела поблагодарить вас за ту работу, которую мы с вами провели. У меня была очень большая душевная боль после потери папы. Он погиб в аварии, и просто к боли потери близкого человека у меня примешивалось еще чувство вины за то, что меня не было рядом, потому что он умер в больнице впоследствии, и я об этом не знала, не успела. И вот эта боль, она добавлялась к боли о потере близкого человека. И на самом деле она мне не давала очень долго жить и радоваться жизни. И знаете, все уговоры, я не религиозный человек, и все уговоры и фразы типа «да душа бессмертна», ну, они никак не делали мое состояние лучше или легче и спокойнее. И только после работы с вами, вы очень позитивный, очень веселый человек, и вот какой-то свой чудесный метод применили, после которого я действительно почувствовала, что душа не умирает, и я почувствовала просто тепло и радость, и более того, теперь я знаю, что с душой умершего человека можно пообщаться. Этот отзыв я оставляю для тех, кто, возможно, сталкивался с такой ситуацией, когда кажется, что изменить уже ничего нельзя. На самом деле жить с болью не нужно, вы можете просто все изменить, поработав с правильным специалистом. Спасибо большое. Всего хорошего.